Всем привет, друзья, канал Масалем. В работе у нас сегодня Volkswagen Polo. Делаем шумоизоляцию. Салон уже разобран. Показываем, как выглядит штатная шумоизоляция. Видите, задние арки кусками проклеили. На этом ограничились. Также пол в багажнике, видите, все в кусочках. Только вибро. Левая арка, ну и крыло. Тоже кусок. Больше ничего нету. А это самые шумные места. Смотрим по дверям. Двери, кусочек. Два куска вибро. Тоже ограничились. Под задним сиденьем вообще два куска. Тут очень большая. Ну и пол в салоне. Скажем так, хаотично наклеили. Проклеили вибро. Владельцу данного автомобиля этого недостаточно. Он приехал к нам на полную шумоизоляцию. Сейчас обезжирим поверхности, все пропылесосим и приступим к клейке. Заканчиваем проклейку крыши на автомобиле Volkswagen Polo. Как видите, первый слой вибропластом прокатали. Все проклеили сплошным слоем. И второй слой начали клеить войлок. Толщина его 10 миллиметров. Сейчас еще одну полосу приклеим и будем собирать. Продолжаем наши работы. Закончили клеить первый слой в дверях на автомобиле Volkswagen Polo. Как видите, все проклеили сплошным ковром. Все прокатали. Вам показываю заднюю дверь. И передняя дверь. Также прокатали еще второй слой, то есть усилили для акустики. Владелец будет ставить акустику, поэтому попросил усилить передние двери. Поэтому приклеили еще второй слой внутри. Толщина его 6 мм. Продолжаем работу. Нанесли второй слой вибропоглощающего материала на внутреннюю сторону двери. Как видите, тоже все прокатали. Все нанесли сплошным слоем. Также проклеили в салоне пол под задним сиденьем. Усиленным материалом проклеили в салоне пол. Все это клеилось на предварительно разогревалось. Все прокаталось валиком. Ну и на двери уже приступили наносить третий слой шумопоглощающего материала. Тоже видите, все сплошным ковром наклеено. Вот так это все выглядит. Но в дальнейшем видео покажу, как на данном автомобиле будет еще устанавливаться музыка. Здесь владелец автомобиля привез еще передние колонки, усилитель, магнитолу. Как видите, магнитолу достали, рамку установили уже. Также уже установили проставочные кольца, все продемпфировали. Также установили пищалки. Смотрим дальше. И в продолжение нашего предыдущего видео показываю, как стоит колонка, установленная нами на автомобиле Volkswagen Polo. Также установили пищалку выносную такую. Ну и развязали кроссовер. Кроссовер мы будем крепить на обшивку. Вот также протянули уже провода по штатным жгутам. Вот тюльпаны. Акустический провод. Вот у нас с правой стороны идет тюльпан и акустический провод, а с левой стороны идет у нас плюс. Это мы развели для того, чтобы плюс не давал фон на тюльпан, то есть чтобы мы не слышали, скажем так, грубо в колонке работу генератора. Все это мы свели к задней полке. Приступаем подключать усилитель. Закончили проклейку багажника, прокатали пол. Напоминаю, что все это клеилось на горячую, все прокатывалось. Арки у нас проклеены усиленным материалом, крылья, внутри арка проклеена тоже, также с левой стороны, видите, внутри арка проклеена усиленным материалом, снаружи, все тщательно прокатали. Продолжаем нашу работу. Закончили клей шумоизоляцию автомобиля Volkswagen Polo. Так вот выглядит уже готов багажник.
вернее пол багажника, арки, крылья клеим усиленным материалом. Также проклеены двери. Пол в салоне. Так вот у нас белоснежный ковер получился. Приступаем к сборке. Ну вот и закончили собирать салон автомобиля Volkswagen Polo. Также закончили устанавливать музыку. Как видите, никаких следов мы не оставляем. Все стоит по штатным местам. Сейчас настроим звучание и поставим на место магнитолу. Решите, пожалуйста. Также вот багажник тоже собран. Усилитель поставили мы на полку с правой стороны. Как видите, все аккуратно, никаких проводов не торчит. Вот. Настраиваем и отдаем машину владельцу. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте комментарии. Всем пока.